Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про породу кошек ацикет. Ацикет – общительная и дружелюбная кошка, обладающая высоким интеллектом. Выведена она была в конце 20 века в США путем скрещивания сиамской, американской короткошерстной и абиссинской кошки. Ацикеты только внешне похожи на оцелотов. Характер у представителей породы совсем не дикий. Эти кошки отличаются уравновешенностью и легкой обучаемостью. Отличительная особенность – это называется по-другому еще кошка в горошек. То есть все тело кошки покрыто мелкими пятнышками. Они должны быть желательно симметричными с обоих сторон, без сливающихся пятен. Порода привезена из Америки. Полностью три домашние породы кошек, абиссинский, сиамский и американский короткошерстный, участвовали в создании такой вот пятнистой кошки. То есть задача заводчика стояла, которая создавала породы Вирджиния Дели, создать кошку без присутствия диких кровей, в отличие от бенгалов, саван, сервалов, чаузи. То есть ацикет – это полностью домашняя кошка с покладистым характером, очень активная, подвижная такая кошка-компаньон, которая везде следует за человеком. Ацикет имеет хорошо сложенное тело средних размеров. Рост в холке у представителей породы обычно составляет от 26 до 32 сантиметров, а вес, как правило, колеблется от 3 до 6 килограммов. Отличительная черта внешнего вида ацикетов – пятнистый окрас. Ацикеты не агрессивные кошки, они любопытные и игривые, любят проводить время в компании людей, хорошо относятся к детям, с другими животными ведут себя спокойно. Она любит именно вот активный образ жизни, не любит одиночество, как раз таки очень хорошо подходит для семьи с детьми, постоянно быть занятой в игру, в активные действия, например, игра, как собак дрессируют, принеси, поймай мяч, приносит обратно. Можно научить каким-то легким трюкам, приносить игрушки, прыгать через какие-то небольшие препятствия, там, тоннели, палочки. Ацикеты не сложны в уходе, достаточно следить за чистотой глаз и ушей животного, периодически расчесывать шерсть и стричь когти. Особенное внимание необходимо уделять зубам представителей породы. Ацикеты склонны к заболеваниям ротовой полости, поэтому чистить зубы этим кошкам необходимо регулярно и специальной щеткой. Она достаточно проста в уходе, то есть шерсть короткая, гладкая, прилегающая, не требующая каких-то особых мер, то есть раз в неделю гладкой щеткой причесывается, убирая лишние волоски. А так, купание это только для выставочных животных, в принципе, где-то раз в месяц специальным шампунем для короткошерстных кошек. Средняя продолжительность жизни кошек породы ацикет составляет от 15 до 17 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!